Первокурсники Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ навсегда запомнят свое 1 сентября. Торжественную встречу с руководством школы они провели в стенах актового зала КФУ, свидетели всех главных событий университета. Директор отделения Леонид Толчинский в своей речи подчеркнул, как важно ярко провести свой первый день в качестве студента. И я очень рад, что у вас он состоялся в актовом зале, в императорском зале Казанского федерального университета. Действительно, с такой колоссальной историей. Надеюсь, что и ваша такая же яркая, красивая история жизни, какая вот здесь дарована многим выдающимся личностям. В ходе мероприятия ребятам рассказали о том, как с пользой провести студенческие годы. Ведь это не только учеба, но и активная научная, спортивная и творческая жизнь. Реализовать себя в стенах вуза может каждый. К тому же Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций каждый год участвует в спортивных спартакиадах, интеллектуальной весне и различных молодежных фестивалях. Все это ждет их потом. А пока новоиспеченные студенты получили свои главные документы. Престижный вуз, получается хорошее образование и вообще как бы хороший ход в будущее. Я очень рада, что получила наконец студенческий билет, то есть новая жизнь. Это очень круто. На самом деле я уже весь 10-11 класс грезила КФУ, потому что, я не знаю, это, если честно, был вуз моей мечты. Я очень счастлива, что я все-таки студент КФУ. Просто счастлива, просто слов нет. Диана Вакян, Роман Самарин, Универньюз.